Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Клуб любителей динозавров и наша рубрика «Книжный обзор». Для тех, кто с нами совсем недавно, у нас в клубе есть неплохая библиотечка с детскими книгами по палеонтологии и геологии, и мы свою библиотеку постоянно пополняем. Чтобы вам было проще сориентироваться в книжном изобилии на рынке, мы показываем некоторые книги, которые сами прочитали. Так получилось, что большая часть детских книг о динозаврах – это энциклопедии. Такие толстые книжки, в которых о каждом из динозавров рассказывается понемножку. Но есть и книжки другого рода – художественные произведения, в которых либо динозавры выступают в качестве действующих персонажей, либо палеонтология является частью сюжета. Сегодня мы хотим показать вам три таких художественных книжки. Первая книжка совсем детская. Она подойдет даже для трехлетних малышей. Но и другие ребята дошкольного возраста будут от нее в восторге. Эта книга называется «100 костей. Неожиданная находка». А написал ее Юваль Зомер. Это история уличного пса по кличке Гав, который очень любил копать землю. И эта привычка однажды помогла ему сделать научное открытие, завести много друзей и найти хозяина. Это очень добрая и вдохновляющая история. И к тому же сама книжка хорошо издана. У книжки твердая обложка, внутри хорошая мелованная бумага и отличные иллюстрации. Эту книжку мы очень рекомендуем. Вторая книга, которую мы хотим сегодня показать, называется «Динозавр в сумерках», а написала ее Мэри Поуп Осборн. Это первая книжка в серии «Волшебный дом на дереве». Вся история закручена вокруг того, что дети, гуляя в лесу, находят домик на дереве. И в домике оказывается полным-полно книг. Один из ребят открывает книжку про динозавров, и внезапно дети переносятся в меловой период, когда жили животные, о которых рассказывается в этой книжке. Не буду делать спойлер о том, что в книжке было дальше, скажу только, что в «Домик на дереве» дети потом возвращались еще неоднократно. Книжка эта небольшая и по размеру, и по объему, и отлично подойдет для самостоятельного чтения для ребят младших классов. Иллюстрации в книжке черно-белые. Здесь достаточно крупный шрифт и большое расстояние между строчками. Очень подходит для детского чтения. Эту книжку мы тоже готовы порекомендовать. И последняя книга, о которой мы хотим сегодня рассказать, написана Еленой Хаецкой и называется она «Трилобит Вася». Это история о том, как на школьной экскурсии мальчик находит трилобита и отдает его своей младшей сестренке. Сестренка называет трилобита Васей и ведет его в музей, чтобы он мог пообщаться с другими трилобитами. В конце концов, им удается даже найти Васиного друга, который исчез много миллионов лет назад. История совершенно чудесная, и по ходу ребята узнают о том, кто такие трилобиты, как они ползали, ели, дышали и линяли. Наша любимая цитата из этой книжки: «Мама, зачем нам море, если там нет окаменелостей?» По-моему, такую фразу мог сказать любой участник нашего клуба. Книжка про трилобита Васю издана в мягкой обложке, но и обложка, и странички напечатаны на плотно мелованной бумаге. Так что в целом результат достаточно неплохой. Эта книжка также подходит для самостоятельного чтения младшими школьниками, либо для чтения взрослыми детям. Это все, что мы сегодня хотели рассказать вам о художественных книжках про доисторических животных. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и до новых встреч. Пока!